Аманьянс Максим, Краснодарский край. Кандидат мастера спорта. Финальная встреча. Хорошо. Удушающий прием победу взял боец Красный Пояс. Чуть выше надо было боковой поднять. Тихо. Захвать аккуратно. Внимательно слушаем свисток. Смена судейской бригады. Нестеров, Саидов, Митюнин. Когда приглашается Федякин, Вячеслав, Андрисов. Бал красному. Хорошо, Андрей, спокойно. Встречать. Бал красному, дорновой корпус и бойцу с красным поясом. Замечание. Выход за границу ковра. Раз. Полуфинал выставил категорию 60 килограмм. На ковер вызывается Федякин Вячеслав, Краснодарский край, и Идрисов Омар, Дагестан. После них приготовятся Карпенко Алексей, Астраханская область, Вдовин Кирилл, Нижегородская область. Вот после этого надо было... Полуфинальные встречи. Представляем участников. Боец с красным поясом Федякин Вячеслав, Краснодарский край. Боец с синим поясом Идрисов Омар, Республика Дагестан. Вот так, красный бал. Бал красному. Молодец, бал красному. И ножку надо было добавить, достал бы. Класс, не показали. Бал синий, первая техническая. Спокойно, левая ручка у тебя не работает, почему ты чуть... Бал синему, бал красному. Не-не-не, Андрей, не. О, хорошо. Бал красному. Бал красный. 5 секунд. Не, опять оставишься, Андрю. Видно, что ты хочешь делать. Ножку вставь. Вставь ногу туда. Андрей, вставь ногу. Московская техника. Без оценок. Андрюха, аккуратно в захвате, аккуратно. Замечание. Андрюха, майк, суть. Врач. В захвате. Без оценки. Фу. Ай. Вот на руке, в сторону. Пойдет туда, зайдет она. Нет, видно был Андрей. И вот все, вот вам. Поймал красный. Хорошо, поймал. Спокойно. Главное не заставить, не засыпай. Постоянный контроль, должен видеть. Зажался в углу, плохо, надо уходить оттуда. Замечание, бойцы с синим поясом за нарушение правил. Будет взрываться сейчас. Бал синему. Бал красный. Бал красному. Бал красный. Я же говорю тебе, не стой там, он будет взрываться. Ты встал, он прицелился, атаковал. Вот опять, смотри, целится. Дайте вот, типа, сейчас будет взрываться. Время. Время. Последний технический день. Пойдет на место. Можно было. И вот сейчас! Да. Бал синий. Замечание красного выхода за пределы. Опять полено отдаешь. Бал красный. Бал синий. Не отдавай, Полян. На ковер приглашается Магомедов Хайбула. Дагестан. Гульянов Анатолий. Кульского вот. За ними готовится. Голову надо было это сделать. Весовая категория 70 килограмм. Борозняк Ростислав. Приемника Константин. Без оценки. Ай-яй-яй, слишком близко. Продолжаем. Слишком близко это было, Андрей. Подготовил опять. Оп, и моя надо было туда засунуть. Вот так, хорошо. Без оценки. Левым боковым можно. И боец красный тоже. После правой, левым боковой можно. Магомедов Хайбула. Боец синим поясом Ульянов Анатолий. Бал красный. Андрей, ты про сайдстепы забыл совершенно. Готовы? Время. Бал красный. Надо было подбирать, что ты? Ай, Андрей. Пошла последняя минута. 5-0.
Дергай, дергай, не застаивайся. Хорошо. Молодец. Спокойно. Нам надо начать удар на тенге. Андрей опять проспал. Обоюдно. Руки плотнее. Руки пал плотнее. Пал красный. Локти. Первое техническое действие. 30 секунд, Андрей. 30 секунд. 5 секунд. Отсюда красный пояс. Объявляется замечание за нарушение правил. Андрей, повстречай спокойно. Не пал красный, пал синий. Я тебе скажу, как раз. Пал красный. Пал синего. Все, давай, 10 секунд, Андрей, концовку сделай. Поработай. Давай. Ручки поработай. Пал синего. Вот. И еще. Андрей, 3 секунды. Поработай. Стоп, пал время. Бойцы на середину. Молодец. Пал синий. Шлем снимаем. Я тебя искал. И в этом бою замечательный синий выход с красным поясом. Авдеев Андрей.